Для создания гигапикселя вам, конечно, понадобится фотография очень высокого разрешения, очень высокого качества, потому что смысл гигапикселя в том, что вы можете посмотреть, вот как в данном случае, да, вы можете посмотреть и общий план, да, и можете приблизить фотографию прям до деталек, до вот какой-то красной машины и даже до велосипедиста, и качество этого изображения будет достаточно высоким. Смысл гигапикселя как раз вот в том, что вы можете посмотреть в деталях огромную-огромную большую фотографию. Ну, в данном случае у нас это 360, совершенно не обязательно она должна быть 360. Смысл в том, что вы можете приблизить этот гигапиксель. Ну, например, вы можете не реальный город, как здесь, сфотографировать, да, и иметь очень большую-большую фотографию какого-то произведения художественного, какой-то картины, ну, Брейгеля, например. И приближаясь вот таким образом к элементам картины, вы можете рассмотреть в деталях большое-большое полотно. Или вот, например, тоже один из способов применения этого формата. Вот у нас есть стадион на чемпионате мира, где, смотрите, с каким качеством мы можем посмотреть и весь стадион целиком, и можем приблизить, фактически видеть лица людей, которые на этом стадионе сидят. То есть смысл гигапикселя это вот в том, что мы даем пользователю возможность рассмотреть в деталях огромную большую картину, тем самым, конечно же, удерживая на много секунд его на нашем сайте, потому что пока он все рассмотрит, пока ему все вот это становится любопытным посмотреть это в детальках, хороший формат, если у вас есть фактура и если у вас есть такого качества фотография.